Друзья, всем привет! Это тренер Юрий Сенцов и мужской канал. Я хочу вам сегодня рассказать немножко о такой замечательной стране, как Индия, зачем я ее вообще посещаю. В данный момент я прямо сейчас нахожусь в ней, на юге Индии. Уже с 2015 года я стараюсь каждый год ездить сюда, чтобы духовно развиваться, приходить в себя, успокаиваться. Ну, я нашел здесь свой отклик. Поэтому сегодня расскажу о том, как вообще это все происходило, как я начал сюда ездить, что побудило. И, в общем, надеюсь, что вам это видео будет полезно. Более подробно я буду рассказывать об этом на крыше. Welcome! Я жил, там, зарабатывал бабки, там, ходил на свиданки, что-то, то есть был озабочен только вот какими-то материальными благами в этой жизни и ничего больше другого не видел. И был высохший, знаешь, как лимон. И мне всегда, ну, хотелось наполниться. Вроде заработал денег, пошел куда-то в бар, съездил, там, не знаю, в Москву. И как-то, вот, знаешь, легче на душе от этого не было. Все хотелось, чтобы ты наполнялся чем-то вот, ну, таким каким-то настоящим натуральным соком, а не вот этими, знаешь, химикатами. И в какой-то момент я настолько засох, что мне позвонил один товарищ, он уже находился здесь в Индии, вот в частности в ашраме, и сказал: Юра, тебе стоит сюда приехать, потому что ты здесь сможешь подлечить не только как бы голову, там, тело, но и душу в первую очередь. И знаете, вот я послушал его и в 15 году приехал сюда, в Индию, в ашрам, начал тут проводить время, я здесь отказался от мяса, стал себя хорошо и лучше чувствовать, и, ну, я, в общем-то, в этом нашел себя. Раньше я только думал, что, зарабатывая больше денег, я буду решать все проблемы от того, что у меня будет больше денег. Их нужно еще правильно тратить. Как я потом понял, это, ну, возможность хотя бы оплачивать себе поездки на какие-то мероприятия, которые будут делать тебя лучше. Это тренинги, это поездки, это оккультуривание себя, когда человек становится лучше, искреннее, теплее. Вот мне здесь очень тепло и хорошо во всех смыслах. Люди приезжают сюда для того, чтобы стать легче, стать лучше, стать добрее. Я не матерюсь уже, наверное, 2 недели. И я чувствую, как, ну, мой вот этот, знаете, моя аура, она меняется. Я стараюсь не делать каких-то гадостей. Вот жизнь в Москве или вообще вот в городах России, знаете, как матрица, которая тебя ест, тебе завтра на работу. Ну, тяжело вот это, всю эту историю переносить. И здесь, на отдыхе, ну, вообще здесь можно медитировать. В Индии, в ашраме медитировать не обязательно биться головой о пол и молиться. Ну, можно просто подумать о жизни, о себе, и ты знаешь, что тебе завтра ни на работу, ни на учебу. Ты собрался с мыслями и можешь спросить совета у знающих людей, коих здесь достаточно. Вообще вот жизнь поменялась после того, как в нее добавилось больше каких-то культурных ценностей, теплоты. Я стал больше думать о семье на тот момент и начал это все к себе притягивать. Но я верю в то, что это работает. И верю в то, что я начал не просто там целенаправленно идти там к своей мечте и с утра до вечера вот просыпаться с одним желанием там найти женщину, найти семью, а я начал духовно развиваться, я подрасслабился и стал себя легче чувствовать. Вот все равно, если ты зол, чем-то раздражен, люди это видят и с тобой, ну, не хотят общаться. А если ты чувствуешь себя хорошо, тебе по кайфу и по фану, ты не заморачиваешься. Знаешь, бывает, ты приходишь на свидание и думаешь, как бы она там не съела сейчас половину твоей зарплаты или не выпила, и все это, вот это напряжение, она открывает меню, ты сидишь, смотришь, там, вот, блин, сколько же сейчас потратится денег, и ты сидишь, заморачиваешься и уже пускаешь вот какой-то негативный фан. А когда ты свободен, когда ты легок, с тобой реально приятно общаться. Ну и вообще, на мой взгляд, духовное развитие, наверное, одно из условий, ну, успеха, то, когда у вас все будет получаться. Это одна из важнейших составляющих, в том числе и финансовых каких-то мероприятий. Вот. Важно духовно обогащаться, чтобы быть личностью. Мне одна женщина спросила: Юра, а ты зачем приезжаешь вот, ну, в Индию, в ашрам, в частности? Ну, многие сюда едут, ну, у каждого там свой вопрос, но мне никогда такого вопроса не задавали. Я прям в моменте задумался, по-настоящему, зачем я сюда еду? И первое, что из меня вышло, вот, не какие-то там умные слова про духовность и про все такое, я сказал, что я просто хочу быть человеком. Знаете, вот настоящим человеком, который вот таким добрым, хорошим, любящим. Блин, у меня здесь это очень классно получается.
Не обязательно каждому нужно ехать там в Индию, посещать ашрам. Может быть, у вас у каждого есть где-то вот рядом со своим домом или с вашим городом какое-то место, где вы успокаиваетесь и чувствуете себя, ну, очень классно. Ну и вообще напоследок хотелось бы спросить именно у вас, как вы настраиваете себя на нормальный лад, когда вы задолбались, когда вы там все охренели, уже ничего не можете делать, и как вы вообще восстанавливаетесь? Где ваши места силы? Куда вы ездите? Чем вы занимаетесь? Вот я вам рассказал об этом. Поделитесь в комментариях, ребят, если не сложно, мне правда это интересно, я хочу узнать, потому что это место мне тоже посоветовали, и, возможно, то, что посоветуете вы, я обязательно посещу и потом расскажу здесь на камеру, это будет очень круто. Так что увидимся, до новых встреч, всем пока!